Здорово, бойцы, с вами как всегда Пламбер, и сегодня видосик по поводу халявы. Я вам расскажу, как быстро получить бесплатно персонажей, скины на оружие, а также расскажу о своем клане и какой у меня сейчас набор в клан. Ну что, друзья, всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. Ну что ж, друзья, по поводу халявы. Когда мы зайдем в игру, у нас появляются региональные матчи на вылет начались. То есть, если мы начнем просмотр, мы зайдем на YouTube канал игры Call of Duty Mobile, данного региона, в котором проходит чемпионат, и начнем просматривать и тем самым зарабатывать себе какие-либо награды. Как это работает? Мы перешли и начинаем просмотр. За 30 минут просмотра мы получаем, допустим, какой-то пистолет, да, скин на пистолет. За 40 минут мы визиточку, за 50 минут мы в данном случае, по-моему, там получаем брелок. И за 60 минут я получил перса. Я и хотел получить персонажа, и больше у меня желания как бы продолжать данный просмотр не было, потому что там и шла DLQ, ну не особо такой скинчик, тоже в принципе желтый, но я не особо снайперкой играю, так что для меня это не столь важно было. Что нужно вам сделать? Не обязательно, друзья, сидеть и прям высматривать это все. Просто зашел, включил просмотр, отложил телефон, и пусть оно идет там час-два, сколько вы захотите смотреть и что вы захотите получать. Звук даже можно отключить. Потому что языка, допустим, там сейчас Япония была, я не понимал ничего. Вообще ничего не понимал. И за счастье был чат, который был жив, где мы с ребятами общались с разных регионов, с разных стран СНГ. Ну, в принципе, скучно не было. Я посмотрел на данный турнир, и мне было, конечно, очень даже удивительно, насколько быстро все пролетает, потому что таблица смерти просто вот зашкаливала. Одна, вторая, третья. Не так, как у нас, зайдя в рейтинговый, да, бой, мы полгадки бегаем в поисках какого-либо челика, потому что кто-то сидит на крыше, кто-то сидит в здании, кто-то сидит и крысит. Но это я за рандомную игру говорю, не такую, что команды на команды. Но тем не менее, действительно, ребята достойно играли и заслуживают внимания. Ну, вот такие вот награды, я считаю, очень халява шикарная, потому что отложил телефон, я еще раз говорю, и смотри себе, пожалуйста. Нет, он в чате, веди беседу с товарищами, знакомься и так далее. Ну еще, друзья, я напомню, как зайти. Если у вас рекламки смотреть нет, значит, вон сверху есть такая кнопочка Play. Вы на нее нажимаете, и тем самым вы зайдете либо на турнир, либо увидите, когда же следующая трансляция. Ну а дальше, друзья, давайте поговорим о клане. Генерал Шепард достал файлы, что ты просил. В чем конкретно их суть? Спецгруппа. Кто с тобой? Сержант Гэрик. Кайл? Его называют Газ. Он вроде не спорит. Джон Мактавиш. САС, снайпер, подрывник, кличка Соуп. Почему? Засекречено. Вот и он. Саймон Райли. Нет фотографии. И не будет. Но остальное знать пока незачем. Если не договоримся. Как ты называешь свою команду? Итак, друзья, я провожу чистку своего клана, у меня освобождается очень много мест. И даже два места на заместителя. У меня просто нет времени за всем этим следить. Я думал, что ребята помогут мне в этом, но, увы, никто мне не помогает. Помимо клана у меня есть группа ВКонтакте, у меня есть беседы, где везде нужно уделить внимание. И у меня есть YouTube канал, который должен жить, и я стараюсь для того, чтобы он не унывал. Так что, друзья, кто хочет участвовать, пожалуйста, ссылки в описании.
на мою группу ВКонтакте, на мою беседу ВКонтакте, на мою страницу ВКонтакте, где вы сможете обратиться ко мне, и мы сможем порешать вопросы по поводу клана. Я же говорю, опять же, у меня есть два места на заместителя. Если у вас есть сильная команда, но нет клана, пожалуйста, друзья, я вам даю такую возможность. Конечно, хотелось бы, чтобы у вас, естественно, были неплохие навыки в игре. Вот, вот такие вот дела, друзья. А все те, кто меня смотрит и кто участвует в моем клане, тоже отпишитесь мне. Потому что я сколько пытался наладить связь с вами, все вы молчите. И в данном случае у меня нет выхода, как делать чистку и убирать некоторых людей. Потому как, друзья, клан — это тоже мое лицо. У каждого блогера, у каждого ютубера есть свой клан. Потому что мы хотим участвовать в турнирах, мы хотим соревноваться друг с другом, и я хочу тоже соревноваться с некоторыми ютуберами. Вот, так что, друзья, пожалуйста, есть такая возможность, пишите, мы все с вами обсудим. Ну а с вами был, как всегда, Пламбер. Друзья, всем только крепкого здоровья, побед и до новых встреч. Baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish.